Всем добрый вечер. У нас начались отправки роз, копки. Это уже будет третья по очереди отправка. Мы набираем 25 заказов в среднем, от 20 до 30, ну 25 в среднем. Копаем, беркуем, сортируем, листик обдираем. Но посмотрите, обратите внимание, на каждый сорт лист везде не больной. Летом я, можно сказать, поработал на славу. Куда ни посмотреть, каждый куст, он здоровый. Это даже сейчас нам минус, потому что нам надо каждый листок срезать и обдирать. Мы отправляем вам голые стволы для того, чтобы произошла, сохранилась хорошо. Но зато у меня совесть чиста, потому что розы я вам отправляю не больные. Я знаю, что многие питомники июль-август не обрабатывают розу, чтобы лист посыпался, так легче. Но я не делаю этого, я ее обрабатывал до последнего дня, даже сейчас тоже обрабатываю. Вчера буквально там делал фосфорно-калийными подкормками, чтобы стволы лучше вызрели. Вот у меня такая большая металлическая лопата. Я хожу, какие сорта мне надо. Вот этот сорт Леди в Белград. Беру, смотрю, где там сколько побольше веточек. И копаю. Процесс этот трудный, долгий. Ну, а что делать? Ну, вполне себе приличный, хороший куст. Корешки молоденькие. Сейчас мы накопаем их не на 4 штуки. Вот так вот, получается, потом обрежем, бирку подцепим, поставим воду обязательно. Ну, в общем, процесс идет, все скоро свои заказы получите.